Базилика Санта Мария делла Салюте, мост Риальто и другие важные символы Венеции были подсвечены красными прожекторами, чтобы привлечь внимание к участи христиан, убитых за веру, либо подвергающихся гонениям в разных частях мира, пишет Благовест.инфо. Акция, организованная Патриархатом Венеции и итальянским отделением Международного фонда «Помощь церкви в нужде» при содействии муниципальных властей, состоялась 20 ноября. Как сообщает сайт муниципалитета в Венеции, в мероприятии вместе с патриархом Венеции Франческо Моральи, а также коптским католическим епископом Бутросом Фахимом Авадом Ханой приняли участие молодые люди, прибывшие в епархиальное паломничество, а также представители городских властей. Идея освящения знаковых зданий красным цветом в память о современных христианских мучениках была предложена фондом «Помощь церкви в нужде» несколько лет назад, как яркий образ протеста против религиозной дискриминации.